студия «Диафильм». Иван Белышев. Упрямый котенок. Рисунки Рябкина. У одной девочки жил котенок. Он был такой упрямый, что все хотел делать по-своему. Однажды вышел котенок погулять, а девочка ему говорит: «Не уходи далеко, потеряешься». Не послушался котенок и ушел в лес. Шел, да заблудился. Ходит по лесу, никак дороги домой не найдет. Так и проходил до ночи. Вдруг заухал в лесу филин. Испугался котенок, сел на пенек и заплакал. Бежит мимо зайчишка. Увидал котенка, спрашивает: «Ты чего сидишь здесь?» А котенок ему отвечает: «Я дом потерял». «Вот чудак», — удивился зайчишка. «Ты кто такой?» «Не знаю», — говорит котенок. «Я маленький». «Вот глупый. Мама-то у тебя кто?» «А у меня вместо мамы девочка». Засмеялся зайчишка. Как засмеялся? Ха-ха-ха-ха. Сел около пня на траву, захлопал ушами, думает. Думал и говорит: «А ты скакать умеешь?» «Скакать я хорошо умею», — отвечает котенок. «Ну тогда ты зайчонок. Идем, я тебя домой поведу». Пошли зайчишка с котенком вместе. Перепрыгнули канаву, а зайчонок и спрашивает: «Почему у тебя уши маленькие?» «Вот привязался», — рассердился котенок. «Почему, да почему? Не все ли равно? У меня зато хвост длинный». «Ну ладно», — говорит зайчишка, — «тогда идем дальше». Привел зайчишка котенка к огороду, где жили зайцы. «Мама, я в лесу зайчонка нашел». «Хорошо», — отвечает зайчишкина мама. «Дай ему поесть и спать ложитесь. Уже поздно». Сорвал зайчишка капустный лист и сует котенку. «На». «Что на?» — спрашивает котенок. «На, это значит бери и ешь», — говорит зайчонок. «На, это значит бери и ешь», — говорит зайчонок. Взял котенок капустный лист и заплакал. Как заплакал? «И-хи-хи-хи-хи. Я, — говорит, — есть его не умею, я маленький». «Что-то все маленький, да маленький. Я тоже маленький. А смотри, как ем». Выхватил он котенка капустный лист и сразу съел. Только один кончик остался. Взял котенок кончик капустного листа и стал им слезы вытирать. Увидала котенка зайчишкина мама, покачала головой. «Нет», — говорит, — «ты не зайчонок». «Зайцы!» — закричала она. «Скачите скорее сюда, посмотрите, какого зверушку мой сын в лесу нашел». Собрались зайцы, смотрят, никак не могут догадаться, что это за зверь такой непонятный. Выходит из Орешкина старый хромой заяц. «Отойдите», — говорит, — «дайте мне посмотреть». Осмотрел старый заяц котенка со всех сторон и спрашивает: «А ты лазать по деревьям умеешь?» «Умею», — отвечает котенок. «Ну тогда идем, я тебя домой отведу. Я знаю, кто ты. Ты бельчонок. Видите, уши маленькие, а хвост длинный, пушистый». «Верно, верно», — закричали зайцы, а сами думают: «С ума сбредил старый. Маразм начинается». «Да, да, как-то мы раньше не догадались». Поковылял хромой заяц, а котенок за ним. Перешли они
поле, подошли к опушке леса, где стоял старый дуб. В дупле дуба жила белка. Заяц громко забарабанил по стволу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. «Кто там?» — крикнула белка. «Это я, хромой заяц. Бельчонка к тебе привел». «Пусть лезет сюда, мне некогда. Я телевизор смотрю. Сериал мой любимый начался». Сунулся в дупло, а белка дает ему шишку. «На», — говорит, — «бери, ешь». Обиделся котенок, бросил шишку. «Сама», — говорит, — «на». «Сама», — говорит, — «ешь». «Как ты смеешь», — закричала белка, — «шишки бросать? Да у нас бабка в блокаду с этими шишками пережила». А котенок говорит, «бабка пережила, а мне конец». «Ах, я тебя сейчас отшлепаю». Замахнулась она лапкой, да остановилась. Посмотрела и говорит, «а ведь ты не бельчонок». «Не знаю», — отвечает котенок, — «я есть хочу». «Что ж тебе дать? Хочешь, я тебе по жопке надаю?» «Не хочу. Хочешь сушеных грибов?» «Нет, я мышку хочу». «Вот глупо», — рассердилась белка. «Что же ты раньше этого не сказал? Я бы сразу догадалась, что ты ежонок». Привела белка котенка к ежихе. «Берите», — говорит, — «вашего ежонка, в лесу нашли». «Пусть идет к ежатам», — отвечает ежиха. «Съест мышку и спать ложится». А сама думает, а где ж его волосы такие? Только лег котенок, да как скочит. «Ой, не могу, все бока исколол», и заплакал. Она говорит, «чего ж ты исколол-то? Без иголок-то». Проснулась ежиха. «Что мне с тобой сделать? Не зайчонок ты, не бельчонок, не ежонок. Кто же ты?» «А я не знаю», — отвечает котенок. «Я просто маленький». Зевнула ежиха и пошла спать к себе в норку. «А ты, — говорит, — оставайся тут». А котенок сел под дерево и проплакал всю ночь до утра. Утром, когда выглянуло солнышко на высокой осине, проснулась ворона. Увидела она котенка и говорит, «я знаю, кто ты». «А кто?» – спрашивает котенок. «Котенок ты, вот кто», – отвечает ворона. «А ты не врешь», – говорит котенок. «Вот чудак, что я, котят не видала, что ли?» «Вот смотри в телефон. Google картинки. Котенок. Похож?» «Похож. А ты сомневался». «Ворона, а ворона?» – спрашивает ежиха. «А ты не знаешь, где он живет?» «Знаю. Вот смотри. Google карты. Котенка дом. Проложить маршрут. Тогда отведи его домой». Полетела ворона, а котенок за ней побежал. Вышли они из лесу на дорогу. Увидел котенок дом, задрал хвост и помчался со всех ног. Прибежал и говорит, «никогда больше в лес не ходить не буду». А девочка-хозяйка его говорит, «ой, говорящие котята!» Конец.